Так, и для чего эта башня, неизвестно. И официальщикам тоже это неизвестно. И версии нету. Так что выдвигайте свои версии смело. Но закладывали там между скал. Интересно. Очень интересно. Сделал несколько рисунков этой крепости в период 1756-58 годов. Он сделал детальные перспективы этого замка с бастионом впереди. То есть есть несколько таких работ, датируемые этими годами. Ну это, наверное, послекатастрофные года, да? Я так предполагаю. Саша, обрати внимание даже на анимацию. Вот как они застраивают. Вот скала, и внутри скалы выросли стены. Ага. Ты понимаешь, они даже не смогли придумать, как эти стены появились. А ты что, это что, показывали? Да. О, надо это заснять, подожди. Ну, то есть сейчас... Не-не, сейчас будет фигня еще. Ну ладно, ты когда подойдет, скажешь мне, пока сниму вот это описание. Сейчас тут пока как внутри. Mm-hmm.
Ружьишко. 3 метра так в высоту. Метра. Так это выглядит сегодня.
Ну, типа, за то колесо крутили и доставали воду. Да. Неубедительно. Ну, хотя, если предположить, что здесь, скорее всего, был когда-то ковчег. В общем, место для выживания, то вполне возможно. Только как доставали воду, это уже вопрос другой. Так. Вышел с другой стороны. Места много еще. Пойду посмотрю сначала друга, потом дальше продолжу.
на разницу камней. Низ, низ явно он подмазан, это дичь. Здесь подмазали чем-то, да? Видно, ну, что, да, видно, что подмазано. Видно, что подмазано. Да. Дальше уже вот эта обработка, про которую я говорил, везде присутствует. Потом прикинь, блоки какие. Блоки размеры. Огромные. А потом бамсы идут вот такие. Ну вот эти, я думаю, долбленные. Это их уже снаружи отсюда долбили, как везде. Их видно прям, что они подолбленные. Эти подпиленные, да. А эти уже потом под старину долбятся. Они в оригинале не такие. Вот сверху, видишь, они не такие вот здесь, в оригинале. Вон, старые, которые зеленые. Видишь? Они нормальные камни, почти гладкие сейчас. Вот это с зубилками сюда выдолбится, да? А потом все. А это тоже позже долбилось. Возможно, даже для ног, чтобы не скользить. Там по краям, значит, ступеньки, а тут надолбили. Типа это все выдолбливали, да? Здесь потолочки, смотри, какие интересные, уголками. Это я уже не первое здание, обращаю внимание. Здесь хоть прохладно? Ну да, тем более известняк. Я, кстати, известняк пробовал, старый находил, пробовал его металлом. Он вообще становится такой, ну, очень твердый. Это есть все закрыто. Просто он не долбится, понимаешь? Хорошее сфотографировать хочет он ступеньки. Ступеньки это как раз новые. Видно. Они красивые дизайн. Они видно, что новые. Так, а что уже на улицу выход? Long before we and our followers reached Einstein Hill,
Die Kamera bitte aus. Können Sie hin?